Добрый вечер. Он действительно добрый сегодня, чудесный, теплый, добрый вечер. С добрыми чувствами мы все с вами пришли. Бесса де Сьелла, добро пожаловать. Сегодня у нас с вами презентация Клади, клуб авторских любительских дискуссий. У нас сегодня презентация новой книги, первой книги Антона Шипунова, куда вошли его стихи и проза. И на эту презентацию приглашены самые близкие и дорогие люди, которых этот дом и эти хозяева рады приветствовать от всей души. Добро пожаловать! Антона Шипунова вошли стихи и проза. Он называется «Что такое счастье?». Кому-то покажется этот вопрос слишком простым, но кто из нас не отвечает на этот вопрос с самого рождения и до самых зрелых лет своей жизни? До самого последнего вздоха мы отвечаем, что такое счастье, и старались найти счастье внутри себя, вокруг себя, и сделать эту жизнь счастливой. Сегодня, что такое счастье, расскажет нам автор. В программе будет представлено выступление музыкантов, певцов, композиторов и даже гимнастов. По окончании презентации, те, кто не купил билет по какой-то причине, пожалуйста, книга будет стоить $10, а все остальные добро пожаловать получить книгу с автографом автора. Я попрошу сейчас, чтобы не прерывать нашу чудесную атмосферу, которую я чувствую уже в воздухе, выключить все свои телефоны. Спасибо вам большое. За уважение к нашему прекрасному вечеру. После окончания презентации вас ждут столы накрытые, где у вас у всех будет уникальная возможность продолжить совершенно чудное, замечательное общение. Может быть, познакомиться с людьми, с которыми вы всю жизнь мечтали познакомиться. Или, к удивлению, они окажутся вашими самыми лучшими друзьями на последующие годы. Спасибо большое. Итак, что такое счастье?
Все оскорбления, обиды, зависть растворяет ночь. Мое на свет кому-то появление столь нужно было. Ангелам помочь? Уходят дни, в песок сочится время. Я мчусь, как вихрь, боюсь я опоздать. Так жаль мое не прорастает семя, кому же эстафету передать? Хочу испариться, как росинка, застывшая на пальмовом листе. Не идеальной кажется картинка, обман ложь застыли на холсте. Обидно право буксовать на месте, порой сугробом давит сердце грусть. Признаюсь, семья, без лукавства, честно, что в этой карме больше не вернусь. Большое спасибо, дорогие друзья, что вы приехали, нашли время на наш сегодняшний вечер. И как один из сегодняшних участников сказал, Антон, это у тебя даже не творческий вечер, это твой бенефис. Мне это очень понравилось, и я решил назвать его, что сегодня мой вечер бенефис, и я главный бенефициар. В конце моей книжки, значит, кроме фотографии, я хочу и большого текста про меня, я хочу только одну строчку вам прочитать, перед тем, как мы пойдем дальше, чтобы ответить на все ваши вопросы сразу. Все совпадения в моих стихах являются случайными. То есть все, что я читаю, мне нужно переносить на меня, на мою семью, на моих детей. Что-то про меня, что-то украдено с чьей-то жизни, что-то придумано. Поэтому уже проходили такие вопросы, задавали. Мы, поэты, народ творческий, фантазеры очень большие. Я представил вчера, что осталось мне меньше полжизни наслаждаться закатом осенним шептанием берез. Вспоминаю опять о далекой несчастной отчизне, где, увы, не сгодился. Но ее я жалею до слез. Неужели пришелец я с дальней планеты сошедшей? Веришь, толком не знаю, зачем и кому прилетел. Сам попал, как мотыль, на огонь в попыхах залетевший. Может, я перепутал орбиты космических тел? Прилетел, свил гнездо, попытался напиться нектара. Не хотел никуда, ни за что, никогда улетать. Если б знал, что меня ожидала жестокая кара, разве я бы хотел, разве мчался ее я принять? А кому, наконец, передам в торопях закрома я, чтобы достойно и гордо я смог бы уйти на покой? Я в припрыжку мчусь и на ходе, как лошадь, хромая, факел жизни отдам, прислонясь к небу теплой щекой. Спасибо.
сами умчет меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека. Это твой и знакомый разбег, а вокруг растянулась щека. Вчера мне, о далеком,
Нашему сангешскому литературному клубу, членом которого является Света Буянина, которая открыла наш вечер. И некоторые не согласны с концепцией, которая в этом клубе, вот я 5 лет уже являюсь, сначала был кандидатом в члены политбюро, потом в прошлом году меня приняли в члены. И мне нравится концепция нашего клуба, и некоторым не нравится, и они покинули, и они против этого. Он проходит раз в месяц, первое воскресенье месяца, и мы достаем как лотерею тему. Либо из головы, либо какой-то именно написали бумажки, значит, в какой-то шарик. Достаем тему, стараемся, чтобы тема была какая-то необычная. Ну, например, сухая вода, последняя тема была. Я написал рассказ, я его потом позже прочитаю. Или «Бабье лето», или какие-то «Свет, помоги», и другие, ворона. «Белая ворона». Это все такие фразеологизмы, которые дают тебе толчок что-то написать. К чему это рассказываю? Что у нас была тема в прошлом году, и тема была необычная. Я обязательно должен вас об этом предупредить, потому что вы, может быть, не поймете, почему вдруг использованы такие слова в этом произведении. И что там у нас, мы решили сделать несколько слов обязательных в рассказе или в стихотворении. И я начал писать рассказы после этого и написал вот стихотворение. Слова были такие обязательные. Измена, осень, еще более-менее, да? Осциллограф, топор. И все это нужно было как-то соединить, чтобы был интересный либо рассказ, либо стихотворение. Я считаю, что рассказ написать было все-таки легче, согласитесь. Ну, да. Я написал стихотворение, назвал его «Измена». Послушайте. Затерялись взгляды, царствует измена. Беззаботно в травы падает листва. Даже если, плача, встанешь на колено, не смогу простить я. Ведь любовь мертва, а промозглый ветер лезет мне под ворот. Осень отношений, холод от могил. Я хочу покинуть этот злостный город, где мечту и радость я похоронил. В погреб сам заброшу старый осциллограф. Предсказать не смог он взлет амплитуд. Герц не подарил на счастье свой автограф. И печаль с кручиной в дом камней ползут. Козни чьей-то страсти, все твои пороки. Вмиг расставит чувства горький леденец. Ни к чему теперь нам поздние упреки. А ведь ты мечтала в церковь, под венец. Глупый трудоголик, строил я наш замок, где великолепие и радостный покой был тобой прострелен. Раненый подранок и топор ненастья,
чувствую спиной. Жизнь блеснет в эфире, тающая искра, а любовь, пронзая, сердце обожжет. Счастье пролетает как-то очень быстро. Карма так чудачит, что откроешь рот, радуга на небе пляшет коромыслом, эфемерно тает, испаряясь ввысь, и в любви твоей не вижу больше смысла. Не прошу, не прощу, не думай, лучше помолись. Если бы я просто так прочитал, вы бы сказали, что это бред какой-то, правильно? А когда вот дается такое задание, и мозги начинают работать, я думаю, что, наверное, Альцхаймера мне деменции у меня не будет, наверное. Следующая тема у нас была, ну и следующая, одна из тем у нас была, я написал тоже стихотворение, и я считаю совершенно неплохое. Это «Искушение» была тема. Это, правда, не афоризм, да, не фразеологизм, но тема сама по себе, понимаете, она очень широкая. Можно снять фильм, можно написать романс, да, может быть даже какой-то, как это, опера, может быть, да, Сюзан, «Искушение». Стихотворение «Искушение», Антон Шапиров. Так хочу истерить неудачи, провалы, фиаско. Позабыть бы мне день тот, когда я родился на свет, и успеть разгрести все потери, долги, неувязки, попытаться злодеев простить по прошествии лет. К черту шлю я лукавство, болезни, тревоги, несчастья, с глаз долой страх, измена, коварство, вранье, неуспех. Разложила на стол жизни только трифовые масти, чтобы я, наконец, переплюнул завистников всех. Чтобы мне удалось побеждать в жизни сложных сражениях, чтоб рассветом мне всласть любоваться, пока я живой, чтобы мне воздались по заслугам почет, уважение, чтобы я смог напоследок решающий выиграть бой, но не знаю, увы, где найду, разыщу это место, где блаженство, идиллия, плавно бок о бок плывут, где в лицо правду скажет, пусть будет она невеста. Соловей с тонкой флейтой напомнит про жизнь и талмуд. Пропоет он так громко, неистовой, плачущей трелью, что пронзит мое сердце той звонкой мелодии свист. Я в пожитки уйду, на фоне святом найду келью. Начиная с ней взгод, в мою жизнь я впишу чистый лист. Искушение запретом для многих является догмой. Коль страдать не готов, никому не давай ты обет. Снисхождение проси у пророка, спасение у Бог мой. Ты прости всем грехов, и что веры Всевышнего нет. Я думаю, что Антон подготовился, чтобы пришел приготовиться. Во-первых, я хочу вас всех поздравить. Сегодня очень большой еврейский праздник – Пурим. Так что сегодня… Да. Планет еврейской музыкой, по-моему, как раз кстати. Итак, я сыграю вам две небольшие вещички. Значит, мне поможет сегодня моя дочка Наташа, которая, в общем-то, практически, наверное, никто не видел ее. Вот, я раньше работал в Мексике, когда были. Ну, сейчас вот я надеюсь, что после следующего концерта мы с ним сотрудничать хотящим. Thank you.
мелодия, которую поют во время праздников в синагоге. Сюита называется «Йосел». Отношение к заданной теме какой-то определенной не имею. Вот, например, такое. Я хотел бы умчаться за горы, где все звезды встречают рассвет. Позабыть не могу наши ссоры, как в тот день ты сказала мне нет. Лететь быстрее бы за реку, чтоб не видеть мне червь, вранье.
У тебя прослужило как лекарь 10 лет был тобой упоен. Ты так часто дает тебе море и волну, и прибой, и песок. Словно был я тобой заговорен, был до спайка один волосок. Я тебя как фиалку лелеял и, нося на руках, целовал. Превратился за горами в плебея, и клинок мой давно не сверкал. И остался один у откоса, там готов, расправляя крыло, усмирить и, прикунув к альбатросу, улететь. Видно, время пришло. Следующее стихотворение тоже написано совершенно недавно, буквально вот месяц назад. И я, если кто-то член Фейсбука и смотрят там какие-то сообщения, я очень редко что-то ставлю. И вот 7 марта я поставил, мне было приятно, у меня там 172 лайка, я такой сразу крылья за спиной. Вот, и я написал стихотворение, оно как раз совпало с женским днем. И я его поставил на Facebook. Она успела попасть в эту книгу, когда что было написано недели три назад. И я предлагал всем. Сюзанне, Бардам Коскиным, тому же господину Гуревичу. Я всем предлагал, пожалуйста, забирайте бесплатно, делайте из нее песни. Я думаю, что песня может получиться. Заплету тебе в косы закат, украду тайком с неба звезду. Ее свет бриллианта карат, я тебя за собой уведу. Мы причалим на остров любви, нам на небе седьмом ликовать. С прошлым нить я прошу оборви, чтоб моей королевой стать. Подарю тебе тихий залив, где до финиша вместе нам плыть. Где лиловый рассвет молчалив, за тебя буду Бога молить. Добрый вечер. А мне очень приятно быть участником этого замечательного бенефиса, мероприятия очень творческого человека в любой деятельности его жизни, мне кажется. Я совсем недавно узнал, что он пишет стихи. Так созваниваемся как раз в год. А то и реже. Да, то и реже, да. Но дело в том, что мы познакомились очень давно, в принципе, с тех пор, как я приехал, и поэтому я никогда не забываю Антона, Антон никогда не забывает меня. Ну, одним словом, я рад принять участие в этом замечательном вечере, концерте. И хочу подарить вам две своих песни. Первая написана на стихи замечательного русского поэта Николая Гумилева, называется она «Черный бархат». Лишь черный бархат, на котором забыт сияющий алмаз, сумею я сравнить со взором и почти поющим глаз. Ее фарфоровое тело томит неясной белизной, как лепесток сирени белой под умирающей луной. Как лепесток сирени белой под умирающей луной. Пусть руки нежно восковые, но кровь в них так же горяча, как перед образом Марии. Не
неугасимая свеча, и вся она легка, как птица осенней ясною порой, уже готовая проститься с печальной северной страной. Уже готовая проститься с печальной северной страной. Кровь заря вишневая,
как гитара старая и как песня новая с теми люльками, радостью и муками, что певалось дедами, то поется внуками. Пейте, пойте в юности, пейте жизнь без промаха. Все равно, любимая, отцветет черемуха. И я цвел, не знаю где, в пьянстве, что ли, в славе ли. Молодость нравился, а теперь оставили. Потому хорошая песня услужена, песня панихидная по моей головушке. Цвела заблудённая, была бы живая. А потом вдруг свесилась, словно неживая. А потом вдруг свесилась, словно неживая. Одна хорошая песня у Солушки.